Это сумка, я. Блин, хотя бы чистая буду, блядь, пацаны, ну вообще. Ну так не чистая. О, бля, блин, как у коты. О, трактор чистит. У тебя тоже грязно. Лысик, у тебя обувь грязная, ты почистишь. Ты красава. Дай-ка я начищу, да, возьми его туда, пожалуйста. Дай-ка я вручную вытру ими. Ты куда вручную? Ногами чистим. Да ладно, я так, думал, я платочек полирую. Не будет. Я полирую. Ё-моё, ради такого это стоит. Ребята, Чернухина наша, все. А этим гадам тут нечего делать вообще. 100%. Они зря пришли на нашу землю. А эту тряпку? Я не знаю. Давай растянем. Хай оставят они ее себе. Наш показывать надо, на, поли. Хай с нее себе стрижи шьют. Дальше. Подожди. Блять, не горит. Пацаны, дайте нормальную зажигалку. Подождите, я подаю все. Давай, трактор. Жги его. Так будет с каждым. Пошел как. Что-то на плохо горит. Да, я поняла. Сейчас разгорится. Сейчас разгорится, падла. Нехер им тут, падлам, делать на нашей земле. Все оттуда забирай. Там на 762 ящик. А я откуда знаю? Бать, а у кого знаю? Вот, сука, не горит, блядь. Да ладно, разгорится. Зажигалка такая большая. Мне все равно не подойдет, я с тобой пойду. Ну, потухло. Да, блядь, ты так взял, нахуй, разорвал, блядь. Орел. Давай. Давай. Да что ты его делаешь, пацаны? О, давай. О. Нормальный автоген. Держи его. Вот, один. Он даже не горит, ё-моё. Это по всем российским, украинским каналам будет, да? Да. Понятно. Слушай, это гадость даже не горит. Даже не горит эта гадость, понимаете? Она плавится. Вот так вот. О! И вот так вот. Больше никак нельзя поступить из-за заразы. Маме привет, можно в Россию передать.